иду. Слабо. Вот тут на Старокомаринском тракте ищут монетки старые, монгольские, царские, да и Украина попадается. Выглядит жестко. Слабо сигнал. Глубоко. О, вот она, эта железина. А, нет, это корень. Нет, не знаю, это кусочек свинца какого-то. Похоже на золото. Золото. Ну, белый это свинец, окислившийся. Не знаю, сети ставили, может быть. Мне интересно, для чего. Можно поближе? Ой, сейчас. А, уже упало в карман. Я достану. Ну, я таких накопал уже сегодня. А я что-то думал, что только это, на какой-нибудь определенный металл. Ну, патроны здесь, от рюкзаков какие-то штуки находятся. Сейчас еще покажу. Вот таких уже, наверное. Вот. Сейчас. А похоже на камушки. Ну это свинец, он тяжелый и окисляется. Ага. Не знаю, что он сделает в горах, может природный какой-то. Интересно. Все, ямку закопали. Идем дальше. Там точно дальше золото есть. Чем дальше в горы, тем крупнее самородки. Время без 10:03. Вышел на берег чертового озера. Пообщался с кладоискателем. Интересненько. А вон на моем местечке люди встали, где я 2 недели назад стоял. Вот тут я пойду. И сюда наверх. И дальше зайду с той стороны. И буду спускаться там. Посланнику. Красивое место. А вон люди лезут. Сегодня наконец-то здесь людненько. Как и положено быть. На июньские праздники. Сегодня 12 июня. Сзади меня перевал 4. Там за перевалом пик Чекановского. Сегодня солнца нет, как и обещали. О, тут какие порывы ветра. Перевале чертова ворота или чертового ворота, кому как нравится. Пахнет дымом, везде ржут костры.
попробую дойти до плато Путорана. Ух ты! А там на Хамардабане-то солнце светит. Ё-моё! Класс! Стоянки на перевале чёртова ворота. Тут мы в прошлом году стояли, да и в позапрошлом. Тут заветрие. Все еще обхожу чертово озеро, приближаюсь к подъему. Как будто кусты выломали. Проще стало проходить. Проблема. Уже вид как с квадрокоптера. И дождик опять заморосил. А вон кладоискатель наш. Нашел какую-то интересную монетку, наверное, или патрон. Достаточно крутоватый. Тропа вон туда вправо уходит. Сланик. Говорят, здесь бывает ручеек. Видимо, его нужно искать. Где-то вон там слева в камнях. Можжевельник. Так, сейчас главная задача не уляпать в смоле сланика. Иду немного серпантином. А тут в сторону, если отойти, как я иду, здесь будет меньше просто сланика. Сегодня второй крутой подъем после серпантина. Фу. Хорошо тропу разбомбили. Более проходимая стала. Там спусковую немного видно. Где-то там тропа проходит. А вот наконец-то я зимуху разглядел, которая над водопадом находится. Отличный вид. Прыгает в кадре, потому что максимальное приближение. Эх, дождь полил. А вон люди куда-то пошли в сторону перевала четырех. Пообедали и пошли. Видимо. А нет, там еще есть. А это ихние. Они обедали. Выдвинулись. Кто-то говорил, что группа в кругосветку пошла.
проверка ветра, как задувает микрофон. Такая красотища тут. Дождик пытается моросить, но совсем мелкий. Тут нет снежного карниза даже. Растаял. Сланик немного рыжий. Не хватает ему этих моросящих капель. Сеть пока не ловится. Погребая наверх, уже появляются турики, чтобы пускать тропу, когда сверху идешь. Вот он, турик. Интернета пока нет. Обычная связь есть. Сейчас попробую интернет поймать. Ветер, конечно, дует лютый, но вон там слева солнце светит и дождь там идет. У меня тут так, иногда 3 капли упадет и все. Чертово озеро уже скрывается из вида, я уже почти залез. Пора капюшон одевать. Мне хоть и тепло, но ветер холодный. Все, вперед и в тундру. Кстати, время 15:25. Так, для справки. Неплохо иду, а даже хорошо. На горизонте замаячил боссом. Видно, что еще дожди там идут. Наверняка мне достанется. Так, и вот я вижу плато Путорана. Вот оно. И мне нужно туда зайти. И вот там слева, вон там дерево видно слева, за деревом там, за скалой встать. Вот тогда будет отлично. Да, да, вон слева Маргасанская сопка торчит. Завтра я к ней подойду. В этом году снега нет здесь, выше чертового озера. В прошлом году был, и позапрошлом был. Даже сухо по виду. Ужас какой-то. Вон вижу турик впереди. Вот там тропа идет. Самый что ни на есть горно-перевальный цветок. Я его встречаю в таких ветреных местах. Больше ничего толком не растет. Например, на Аройском перевале на Алтае. До плато Путорана 5,5 километров по прямой. Немного зачехлился. Взял эту камеру, потому что у нее хорошая ветрозащита. Так, опять дождик начинает моросить. Вот где-то на фоне боссана нормально так моросит. Камеру опять придется убирать. Вообще холодно, холодно. Руки мерзнут. Вон видно, да, красная рука. Лицо красное, вообще все красное. В общем, а ноги в шортах нормально не мерзнут.
Хорошо, что ветер в спину. О, дождь разошелся. Пора убирать камеру. Вот моя тропа вот так вот идет. Между кустами слоника. Шишек, кстати, не видно. Прошлогодних. Пока дождь немного утих, можно поснимать тропу. Вон там справа, внизу озера. Его вряд ли видно в эту камеру. Но тропу-то точно видно. Вот оно, озеро. Вокруг обрамлено болотом. И, скорее всего, там пал на черемши. Никто ее там не рвет. Никто там не ходит. Такие земли надо снимать. Кстати, пропилил кто-то. Согрелся уже, а вон там справа видно метеостанцию. Так, надо проверить, может тут связь есть. Вот там дальше на перевале Голом точно связь есть. Была в прошлом году, по крайней мере. А вот это, скорее всего, турбаза возле метеостанции. А может, даже и саму метеостанцию здесь видно. Хороший вид. Ветром руки сдувает. Ну а на горизонте, за Тункинской долиной, видно снежные саяны. Конкретно в снегу. Вот тут мой маршрут проходит, это перевал Голый. Сейчас я к нему спущусь и полезу наверх по гольцу и буду поверху идти в сторону Босона. Новые виды открываются. Это голец от перевала Голый Ложный. Красота. Совсем молоденькие шишечки. Не знаю, в этом году будут они или в следующем. Прошлогодних нет. Подхожу к перевалу Голому и увидел наверху, похоже, они спускаются, люди. Вот они. Или просто стоят, меня ждут. Вышел на перевал Голый. Палаток нет, снега нет, сухо вообще. Вон люди впереди спускаются, обратно идут. Связь тут есть, интернет есть, 4G. Горный перевал. Вода, возможно, там есть дальше.
Не знаю, какая это гора. Может, тут уликская подкова, может, ретранслятор. Видите, снег лежит. Значит, там холоднее. Все, мечтал увидеть здесь тропу. Она была под снегом. Вот снег отступил, а тропы не видно все равно. Вон он, снежник. Все-таки есть, хоть и на солнышке лежит. Фух. Залез куда-то на склон, надо выгребать. Бинго! Нашел тропу. Она чуть выше шла. Вот теперь другое дело. Скорость выше будет. Выше 1 км/ч. Вон оно, голубое небо, пред. Может, солнце еще жахнет сегодня. Вот снежник. И перевал голый. По нему, если ниже спуститься, там может быть вода. Почему я так дышу? Фу. Потому что в городе мало в маске ходил. Надо 3 маски сразу одевать и тренить. Как будто в гору идешь. Как будто высота уже 1005. Кислорода не хватает. В глазах темнеет. Голова кружится. И думаешь, как бы зарубиться и выжить. Ветрище тут ужасный. И красота тоже соответствующая. Солнце немного пробивается на Хамадабанскую тайгу. Меня уже весь мозг выдуло. Адский ветер тут. Ветрище. Нет, тут палатку я не хочу ставить. О, тропинка. Вид назад, справа перевал голый, по левой горке я пришел, ветер вроде немного утих, солнышко пытается выглянуть, все, отдохнул, пошел дальше. Сзади уже солнечно, красотища, люди там идут, одни других ждут. Вот в центре кадра, это Пикчерского. Справа седловинка. Перевал голый. Ну, плато уже значительно ближе. Уже даже невооруженным глазом вижу его. Вот здесь снежники. Они по склону самого плата идут.
Ну а сзади, конечно, босс, он куда без него. А вон там справа появилась пирамида Хамардабана. Солнышко вылезло. Красотища. Показалось место со складками снега, где можно поставить палатку и натопить воды. А за ним уже седловинка, где я хотел ночевать. Ну, видимо, дальше пойду. Вот ребята до озера хотят дойти. Погода распогодилась. Огонь просто огненный. Познакомился с Сергеем. Ребята шустро идут. А, они из группы спортсменов. Мне с ними не тягаться. Мне надо видос снимать, а не бежать до озера. Тропа нормальная. Иди себе, да иди. Солнышко светит. Ветер дует справа. Портит весь звук опять. Но это не точно. Время 17:27. Дошел до складки со снегом. Снег есть, воды нет. Ох, как протаяло сильно. А вот и вторая складка. Вода есть немного. Огонь. Вон даже озеро почти что с водой. Снег очень сильно протаял. Был до края, а теперь там яма. А в позапрошлом году даже здесь на тропе был снег. Шел-шел, солнышко светило. Думаю, дай-ка полетаю на квадрокоптере. Поднял квадрокоптер, солнышко скрылось. Ладно. Жду следующего солнышка. Вон где красота. Вон там, на востоке. Огонь просто. Виды. А я все посматриваю на эти снежные вершинки. Вот она, седловинка, уже почти что, вон там за снежниками, где я хотел ночевать. Как-то я сегодня бодро иду, так что сейчас проверим, можно ли там ставить палатку на будущее. Может, на обратном пути там поставлю, хотя, может, снега уже не будет. Речка маленькая. Тропа никак не может оттаять. А раньше я тут за кустами ходил. Да, как я и думал, здесь огромная поляна.
можно ставить много палаток. И ветра особого нет. Иду траверс по нижней тропе. Ветер опять усилился, зато солнышко вылезло. Но тут-то я точно доставать квадрокоптер не буду. Ха-ха-ха. Знала. Сегодня опять Марию встретил, которая меня угощала конфетой 2 недели назад. И 2 тоже были из той группы. Еще плюс 3, по-моему. Вот так вот иду по крутику. Крутой траверс. По сырому тут лучше не лазить. А все идут выше. А там круче. Здесь более пологая тропа. Но вот спланника тут много. Такого на тропе. Подхожу к седловине, перед плато Путорана. Вон там уже хорошо его видно. Вот с той стороны и буду ночевать. За деревом. Еще интересный камушек. Возможно, тоже вулканический. На пик Черского в кои-то веки солнце посветило. Можно сказать, не успел снять. Ветрюга адский. Вот оно, плато. Дошел я до него. Сагандаля, смотри-ка. Огонь. А вот место подъема. Отмечено несколькими туриками. Ну, правда, издалека их плохо видно. Сейчас вот тут залезу. Я на плато. Время 18:22. Огонь. Вот оно, плато, которое я называю плато Путорана. Озеро на плато Путорана. Так, вот тут где-то следующая цель под названием Пироженка. А вот она должна быть в центре кадра.
Уже постепенно спускаясь с плато Патарана. Солнышко светит в лицо. Предварительный загар. Сбился где-то с тропы, а может ее и нет. А турик вон там левее. Мне всегда казалось, что тропа правее. А где турик, там спуск со скалы. Впереди болото. Не думаю, что оно слишком сырое, так как все сухо кругом. А попробуем. Вон идет Сергей. Мне кажется, я иду по тропе. Вот и турик огромный есть. Так, вот это похоже на тропу. Так, а воды здесь нет в ямках. Значит, надо уходить. Вдруг неожиданно заметил, что справа надвигается дождик. Вон. Не знаю, заденет он меня или нет. А вон, кстати, снег-то есть. Я бы здесь без воды не остался. Завтра план зайти за Маргасанскую сопку. Поэтому чем ближе я сегодня подойду, тем лучше. С одной стороны. С другой стороны, главное не стереть ноги. Грязище, ё-моё. Болото есть. Оно жидкое. По-моему, сейчас будет сухая часть тропы. Вообще нельзя по тропе идти. Она просто как направление. О, тут вообще мох. Это значит сырость. Так. А тут по суше. Как оно там в самой тропе хлюпает. Ну, где-нибудь, не доходя пироженки, встану. Или спущусь до ручья. В идеале спуститься до ручья. Почему-то уверен, что там есть вода. А здесь болото. Так, тропа-то справа. И вы это видели? Не сказали мне? Солнышко решило меня обогреть. Среди болота. Лютовато. Вот. Вот это грязь. Опа. Вот еще сзади интересные камушки. Такие тоже вулканические. Это пройденное болото и плато Патарана. А это такая кака лезет, кака. Чувствую, все накроет. А вот и подснежники тут как тут ждут меня. Все годы я их тут вижу. А это вот розовая ниже. Это карликовая ива. Представляете, насколько она карликовая? А вот уже и пироженка впереди. Ребята зачем-то лезут наверх. А вон там слева человек, похоже, им говорит,
что надо слева обойти. Люди, кажется, налегке идут. Странное дело. Похоже, медведь ходил по снегу. А зачем людям здесь ходить? Оказывается, эти ребята были из того видоса про малую кругосветку, где он там бородатый этот был, весь в клещах. Вот эта лавовая порода. И здесь наверху, на вершинке, турик из таких камней. Вышел я на обзорное место. Сейчас спущусь туда к ручью и поставлю там палатку. Все, в гору я точно не полезу, 100 пудов. А вода теперь только на озере. Вперед. Спуск с пироженки к ручью. Сегодня цель максимум у меня. Ну, уже по-любому я ушел дальше. Даже если здесь палатку поставлю. Сначала я хотел на седловинке встать. Потом заплата Путорана. И потом, когда рано туда пришел, решил дальше идти. Спортивные ребята там идут. За ними что-то я увязался. Быстро так пошел. Так, тут сырой участок, надо пройти. По краю снежника, наверное, пройду. В прошлом году здесь куропатка так орала. Мы не знали, кто орет. Напугались. Ужас. Вон пироженка. Наверху осталось. Так-то быстро я спускаюсь. Главное, на ягеле не уехать вниз. Три капли упадет, успокоится. Надувает откуда-то. Ветром. Где-то здесь по краю надо пройти. По самому. Не уехать вниз. Хорошо, что до дождя прохожу здесь. По сырому тут точно не стоит идти. Подхожу в район ручья. Где-то здесь вот, за этим приступком, я видел местечки под палатки. Сейчас буду искать их и ставить палатку. Ручей пока не слышу. Похоже, течет. Вот он. Дождь все-таки пошел. Я быстренько там поставил палатку. Что-то криво стоит. И пошел туда за обозной. Воду как наберу, все у меня уже. Могу варить, греться водой. Вода — основа жизни. Чистейшая. Чего-то палатку покосило. Сейчас надо отбираться. Моя палаточка. Поставил я по-быстрому. Не знаю, насколько там ровно. Ровное место, похоже, вот осталось. Дождь, похоже, кончился. Лепота.
только что холодно. Надо идти греться. Быстренько переоделся в теплое, сварил чаю. Теперь у меня чая полная кастрюля. Пью и греюсь. А дождик временами. То налетит, то опять нет. То одно время казалось, что там уже разъяснивает. Вот такая переменная облачность. Небольшие осадки в виде дождя. Но пока что без мокрого снега. Сейчас буду кушать яйца с черемшой. Салатик, наверное, сделаю. У меня же есть майонез. То есть все идет по плану. А зачем было до озера идти? Мокнуть, мерзнуть. Поставил палатку. Сижу в тепле, сухой. Вон он дождь. Капли наверху. А сюда они никак не попадают. Здесь огонь.